очень необычный велосипед Niner Welt Rubicon 3.0. Клиент захотел себе поставить повыше вынос, и вот такой вот руль он нашел в каком-то магазине. Очень тонкая стенка, стальной руль, но зато с подъемом, видимо, клиенту будет так удобней. По какому вопросу обратились к нам? Ну, вот переставить вынос, переставить руль, поставить новые педальки. Педальки вот такие вот Велга стоят 4000 в магазинах, но при этом они на втулках. То есть там всего один бромподшипник, насколько я понимаю, вот здесь вот втулка стоит. И самая большая проблема была в том, что каретка хрустит. То есть как будто бы мертвый подшипник, при том, что велосипед абсолютно свеженький, абсолютно новенький. В общем, оказалось то, что просто его собрали на песок. Внутри был песок, в резьбе был песок, и все это хрустело. И очень необычная система Centur. Там внутри вал 8-шлицевой или 6-шлицевой. То есть не квадрат, а какой-то очень необычный, нестандартный вал. А так, прикольная система. Задний переключатель Dior XT. Сколько вот у нас тут звездочек сзади. Интересный велосипед едет. И дизайн такой стильный.